И в продолжении темы футбола к новостям Ла Лиги. Реал Мадрид в гостях переиграл Реал Сосьедад в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч завершился со счетом 1-1. Счет на исходе получаса игры. Чуть позже он же после прострела в центр штрафной в подкате попытался перенаправить мяч на угловой, но срезал свои ворота. Точку в матче поставил Гаррет Бейл на 61-й минуте. Он сумел опередить защитника после передачи Иска и красиво перебросил мяч через голкипера. Отмечу, что это первое поражение бело-голубых в этом сезоне. По завершению матча команды стали соседями по турнирной таблице. Третью строчку занимает Реал Сосьедад. Команда Зинедина Зидана расположилась строчкой ниже.